Добрый день, друзья! Я рада, что вы заглянули на мой канал «Империя творчества». Сегодня нарисуем пейзаж. Для работы нам понадобится, как обычно, можете посмотреть в описании под видео. Я нарисую сегодня акриловыми красками. Также понадобится палитра, баночка с водой, кисти разных размеров, побольше, поменьше, тоненькая кисточка понадобится. Также понадобится тряпочка для вытирания кисточек. Я буду рисовать на картоне. Этот картон я уже приготовила. Сделала проклейку два раза с клеем ПВА. Загрунтовала в один слой акриловой краской. Теперь буду грунтовать по второму разу акриловой краской. Вы можете рисовать на акварельной бумаге. Формат можете взять любой. А4, А5. Можете прикрепить бумагу малярным скотчем со всех сторон. Делаю грунтовку. Белой акриловой краской, самой большой кисточкой. У меня картон, поэтому я закрашиваю и края. Бумагу расположим по вертикали и закрашиваем грунт слева направо по горизонтали. И оставляем высыхать где-то на 5 минут. Наша грунтовка готова. Набросаем эскиз. Беру немного белого, чуть-чуть голубого. Так, где-то ниже, не чуть, еще чуть-чуть, где-то вот тут у нас будет горизонт, где-то здесь будет у нас луна, здесь у нас будет дерево. Может, повыше нарисуем, может, пониже. Вот так наметим. Здесь вот у нас будут травки. Вот такой вот полудугой расположен. Здесь у нас будет вода. Наметили. Вымываем кисточку, вытираем. Будем закрашивать фон. Беру белый цвет, добавляю немного синего, добавляем зеленого. Лучше, конечно, темно-зеленый, но у меня темно-зеленого нет. Должен получиться бирюзовый цвет. Добавлю чуть-чуть черного, чуть-чуть. Смешиваю хорошенько до однородной массы. Это вот светло-бирюзовый цвет получился. Светло-бирюзовым будем закрашивать воду. Сантиметр оставим недокрашенный, потому что по краям у нас будут травы, травки, растения. Стараемся рисовать ровно,
использую линейку. Или скотч можно было использовать. Попробуем закрашиваем. Добавляем еще немного черного и синего. Появляется более темный цвет. Еще чуть-чуть черного. И закрашиваем верхнюю часть изображения. По горизонтали закрашиваем слева направо, направо налево, по горизонтали. Беру краску густо. Прикрепила скотч. Нарисуем все ровно. Поверхность воды должна быть ровной. Оставшейся краской даже закрашу края вот здесь. Как бы продолжение картины. Можно даже вот здесь покрасить этим же цветом. Так. Вымываю кисточку, вытираю. И пока убираю, я беру среднюю кисточку. Убрать. Набираю зеленый посветлее бирюзового, выбираем немного синего, зеленого. Так, еще немного синего, зеленый цвет нам нужен. Светлее тон. Рисуем деревья. У меня кисточка плоская, круглым концом. Крона деревьев висят как бы. Здесь покороче, давайте здесь все пониже. Набираю черный цвет сюда же, чуть-чуть водички, рисуем травку, травки переднего плана нарисуем. Беру тонкую кисточку,
Пока вымываю кисточку, вытираю. Набираю посветлее тон. Чуть-чуть белого. Чуть-чуть зеленого. Хорошенько потираем. Беру тонкую кисточку и тем же цветом осветляем травки в некоторых местах. Вымываем кисточку. Вытираем. Набираем белый цвет. Закрашиваем дно. Я только что уронила баночку гуашей. Так что нужно одеваться соответствующий. Можно даже испортить свою любимую новую одежду. Акрил не смывается. Смывается, но могут остаться пятна. Так, рисуем отражение. Луны. Выбираем еще зеленого посветлее. Все комментировать никак не получается. Походу вот, взяла кисточку веер, взяла посветлее зеленого. Там захотелось добавить цвета не только черно-белый, а яркости. Зеленый, ярко-зеленый цвет.